пройдемся, потому что мы запомнили за эти уроки. Кто какие эти профессии помнит? Программирование. Так, окей, а какие языки помнишь? Питон. JavaScript. Программа, в которой мы можем работать с текстом. Word. Что там можно делать? Таблицы делать. Делать таблицы. Шрифт менять. Шрифт. Ну, смотрите, что можно делать с шрифтом? Изменять, выделять. Изменять, выделять, что еще? Цвет менять. Цвет менять. Так, а для чего вообще Word нужен, ребят? Кто знает? Ну, договор составлять. Да, договора. Смотрите, ребят, основная задача Word, на мой взгляд, это создание договоров, то есть работа с текстом. Это самый удобный редактор. Мы проходили ChatGPT. Что такое ChatGPT? Дает ответ на любой вопрос. Так, дает ответ на любой вопрос. Происходило. Мы там вбивали какой-то вопрос, правильно? Ну да, и там. Что нужно делать, чтобы ваши данные не украли? Не нужно заходить на всякие ссылки, которые тебе зашифрованы. Помнишь что-то про какие-то способы заработка, да, которые я рассказывал? Мы создаем сайты, продаем. Давайте теперь те, у кого есть ноутбуки, выйдет сюда с ноутом и расскажет, что конкретно на сайте сделано. Сайт у нас — это рекламная продажа. Мы создавали на Рудели эти обложки для сайта. Да-да-да, то есть это нейросеть, которая рисует картинки? Да. Ребят, спасибо вам за эти уроки, было круто. We'll be right back.